В Англии прошли матчи 23-го тура. Три лондонские команды, Арсенал, Челси и Тоттенхэм, потеряли очки. А что же нужно Манчестер Сити для первого места? Посмотрим таблицы и новости из других топ-чемпионатов. А начинаем с результатов. Вест Хэм, Челси 1-1. Челси не сумел победить в третьем туре подряд. До этого были две нулевые ничьи с Ливерпулем и Фулхэмом. Свой первый гол за новый клуб забил Жоао Феликс. А через 14 минут свой первый гол в премьер-лиге отпраздновал итальянец Эмерсон. На следующей неделе Челси вступает в борьбу за Лигу чемпионов. Посмотрите мой обзор, какие шансы у команд. Арсенал-Брэнфорд 1-1. Это третья неудача Арсенала за последние три игры. Команда вылетела из кубка от Манчестер Сити, а в прошлом туре неожиданно уступила Эвертону. Но, несмотря на это, в таблице канониры сохраняют лидерство. Об этом в конце. Футболисты Брэнфорда, которые поддержали своего коллегу, у которого умерла мама, не уступают 10 туров подряд. Кристал Пэлас-Брайтон 1-1. Брайтон выглядел намного лучше. 75% владения мячом. 17 ударов по воротам против 6. Отмененный гол в первом тайме. В итоге «Чайки» не проиграли ни единого из 7 матчей в новом году. Фулхэм-Ноттингем 2-0. Отметились два бывших игрока «Шахтера». Виллиан ушел от горняков в 2013 году, а Манор Соломон в 2022. Лестер разгромил Тоттенхэм 4-1. Лестер отомстил за обидное поражение в прошлой игре. Напомню, в сентябре они проиграли 2-6. Киличи Ихеаначо заработал 2 очка по системе «Гол плюс пас». Итого за 3 последние игры у него 6 очков. «Гол плюс пас» записал его коллега Джеймс Мэдди. Лиза стали первой командой АПЛ, которая забила 3 мяча в первом тайме во втором матче подряд. Напомню, в прошлом туре они обыграли Астон Виллу 4-2. Саутгемптон, Вулверхэмптон 1-2. Вулверхэмптон вырвал волевую победу, играя с середины первого тайма в меньшинстве. А вот Саутгемптон проиграл 3-й матч подряд. Борнмут, Ньюкасл 1-1. Это 4-я ничья в 23-м туре. Но Борнмуту от этого не легче. Команда не может победить на протяжении 7 туров и занимает предпоследнее место. Игрок соперничающей команды Мигель Альмирон забил 10-й гол, что на 1 больше, чем за 4 предыдущих сезона. В следующем туре Ньюкасл ждет Ливерпуль. Лидс МЮ 0-2. 4 дня назад в перенесенной игре 8-го тура команды сыграли 2-2. Подопечные Тенкага отыгрались после 0-2. Встреча-то прошла в Манчестере. И Манчестер Сити победил Астон Виллу 3-1. У Мареза гол плюс пас. Если Манчестер Сити победит в следующей игре, то выйдет на первое место. Как раз следующий матч — это перенесенный тур с Арсеналом. И 13 февраля остается дождаться дерби между Ливерпулем и Эвертоном. А вот следующий тур АПЛ начнется 18 февраля. Астон Вилла – Арсенал. Не забываем, что 15 февраля Арсенал вынужден провести отложенный матч с Сити. Брэнфорд, Кристал Пэлас, Брайтон, Фулхэм, Челси, Саутгемптон, Эвертон, Лидс, Ноттингем, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, Борнмут, Ньюкасл, Ливерпуль. 19 февраля Манчестер Сити, Лестер, Тоттенхэм, Вестхэм. Бомбардиры и ассистенты. У Холланда 25 голов. У Кейна 17, у Дебрюйна 11 пасов. Как изменилась турнирная таблица? Арсенал первый, 51 очко. Мы выяснили, что в новом году клуб не досчитался уже 7 очков, 2 ничьи и 1 поражение. Горожане вторые, дистанция от лидера составляет 3 очка. Манчестер Юнайтед второй, тур на чистом 3-м месте. Чуть ниже расположился Ньюкасл, в зоне Еврокубков Тоттенхэм. Эвертон, Борнмут имеют по 18 очков, у худшей команды Саутгемптона 15. А вот какие изменения в таблице Италии? Наполи увеличил количество очков до 56. Интер отстает на 13 баллов от Аталанты, Ромы, Милана по 41 очку. В зоне Еврокубков Лацио. Ювентус поднялся на 9 место. Асимхен из Наполи забил 16 мячей. Одноклубник Хвича отдал 9 передач. Как вы думаете, Наполи уже чемпион? В Германии победила вся первая четверка. Бавария имеет 43 очка. Унион хорош. В 20-м туре берлинцы разобрались на выезде с Лейпцигом. Боруссия Дортмунд 3, а Фрайбург 4. Фулкруг из Вердера имеет 13 голов. Колу Муани из Айнтрахта отдал 10 пасов. Главным событием в топ-5 чемпионатов стало выездное поражение ПСЖ от Монако 1-3. Головин забил первый гол в матче на 4-й минуте. В прошлой очной игре он отдал результативную передачу. В таблице ПСЖ имеет 54 очка, на втором месте Марсель 49. Его матч с Клермонтом начался с опозданием на 50 минут из-за беспорядков. И Монако на 3-м месте 47. Балагун из Реймса забил 15-й гол. Месси и Неймар имеют по 10 пасов. Барселона первая в испанской премьере, 53 очка. Реал тур пропускал, поскольку в рекордный 5-й раз выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Марокко. В финале команда Карло Анчелотти победила Аль-Хиляль из Саудовской Аравии 5-3. Реал Сосьедад 3-й, Атлетика на 4-м месте, а в зоне Еврокубков Бетис и Атлетик Бильбао. Левандовский имеет 14 голов, у Мерина из Реал Сосьедада 7 передач. Ставьте класс и буду рад, если вы подпишетесь. Еще услышимся.